Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Симеон избирается начальником и первосвященником. И видел народ деяния Симеона и славу, какую старался он доставить народу своему, и поставил его своим начальником и первосвященником за то, что все это сделал он. И за справедливость и верность, которую он хранил к племени своему, всячески стараясь повысить народ свой. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.